Приветствую вас. Понимаете, какая штука? Вас это задело по тому, что вы сделали то, чего не хотели. И я думаю, что вы не первый раз уже делаете так, то есть делаете то, чего не хотите делать. Я думаю, что именно в этом проблема, что вы в целом не очень уверены в себе, что вы в целом боитесь обидеть, ну, можете бояться обидеть, что вы тревожитесь по поводу реакции людей, и что вы, ну, может быть, склонны стремиться угодить, то есть вот пытаться угодить. Ну а потом, естественно, из-за этого страдаете, потому что любое стремление угодить, оно, ну, как бы, ни к чему хорошему, к сожалению, не приводит, да, ну, объективно, вот, и, естественно, вы болезненно воспринимаете то, что сделали против своей воли. Это нормально, к этому относиться, вот. Вопрос в том, что вы делаете против своей воли то, что не должны, по вашему мнению. То есть вы делаете то, что должны, но не по вашему мнению. По вашему мнению, вы этого делать, скорее всего, не должны как раз. Вот, отсюда, собственно, такая проблематика, на мой взгляд. Вот в этом направлении вам и нужно действовать. Как только вы откажетесь делать то, что по вашему мнению должны, и то, чего вам делать не хочется, и вот соответственно, уже исходя из этого, нужно будет действовать. Вот, я думаю, примерно так. Я думаю, что именно в этом и заключается основная ваша проблема. Вот так вот я ответил бы вам. Вот на этом, я думаю, можно сейчас закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Да, кстати, работа со специалистом может помочь вам смягчить вот эту вот
прослойку между тем, что вы хотите, и тем, что должны. Также можно поработать с возможным страхом не сделать то, что вы должны. Удачи!